Установка лобового дефлектора «Стрелка-2» для автомобиля Land Rover Range Rover 4-го поколения, рестайлинг. В кузове L405, с 2017 года выпуска. Также подходит для аналогичной дорестайлинговой модели с 2012 года выпуска. Предназначен для предотвращения попадания осадков на боковые стекла, а также боковых зеркал заднего вида при работающих дворниках. Перед установкой необходимо протереть стойки лобового стекла спиртовой салфеткой. Салфетки предоставляются в комплекте. На дефлекторе предусмотрен указатель. Низ левый – водительская сторона, и низ правый – пассажирская сторона соответственно, которые указывают на начальную точку установки. Конструктивные особенности автомобиля диктуют технические тонкости установки. Для данной модели автомобиля такой тонкостью является нестандартно выполненный соединительный шов между ветровым стеклом и передними стойками автомобиля. Поэтому устанавливать дефлектор мы будем сверху вниз, заводя нижний участок под капот автомобиля. Руководствуясь нашей видеоинструкцией, определите начальную точку установки. Отклейте защитную пленку не более 1-2 см. Затем продолжительным нажатием зафиксируйте дефлектор. Для того, чтобы качественно установить дефлектор, следует придерживаться следующих правил. Первое. Разглаживать следует с усилием с двух сторон, чтобы клеящаяся основа дефлектора равномерно прилегала к стойке. Второе. Защитную пленку не рекомендуется отклеивать более 20-25 см. Также наклеивать дефлектор можно только при температуре не ниже 15 градусов, как описано в инструкции. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайты товар находятся под видео.